Снежные бури по всей Испании унесли жизни минимум 4 человек и вызвали транспортный хаос. Воздушное и железнодорожное сообщение в Мадриде прервано. Чтобы помочь десяткам автомобилистов выбраться из снежной ловушки на трассах за пределами столицы, привлекли военное подразделение по чрезвычайным ситуациям. Из-за непрекращающегося снегопада мадридский аэропорт Барахас приостановил все рейсы. Многие пассажиры были вынуждены провести ночь в стенах аэропорта. Нас сняли с самолета и сказали, что отвезут в отель, но мы провели здесь всю ночь, и никто о нас не позаботился. Транспортное управление заявило, что снегопад нарушил движение почти на 400 основных магистралях. Несмотря на призывы властей оставаться дома, жители Мадрида не могли пропустить столь уникальное явление. Испанская столица не видела такого снегопада с 71-го года. Мне больше 50 лет, и я ничего подобного не помню. Это настолько нетипично для нас, что хочется выйти на улицу и насладиться моментом. Такого мы никогда раньше не видели. В городе ни одной машины, все покрыто снегом. Это что-то незабываемое, историческое событие. Школы и университеты в Мадриде и его окрестностях будут закрыты в понедельник и вторник. В общей сложности 36 из 50 провинций Испании объявили снежную тревогу. Каталония и Кастилия-Ла-Манча запретили движение большегрузных транспортных средств. В некоторых регионах жители остались без электричества.